you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Так, чуваки, у нас уже следующая серия. Будем ДПСником, мы не Кирилл Путбуль. Всем привет. У меня есть блаты. Блаты ни на что не влияет. Блаты ни на что не влияет, чувак. Понял, что ты хочешь погонь не скинуть. Ах. Вы мне не угрожайте. Вы мне не угрожайте. Так. Ты никто. 108. Так. Теперь наручники на него оденем. На 108. Так. Так. Давай-ка. Засовывайте его. Как его там в машину засунуть? Как в тачку засунуть? Как в тачку засунуть? F3. Чё F3? F3 нажми. F3. А как ты его задержал? Он нарушал ПДД и ездил по всей дороге и угрожал, что у него блат. Так, я его через бинду. Буду писать заяву в суд. Пишите. Пишите. За это штраф. Розыск ему надо. Так. Как там розыск подавать хоть? Команды. Команда организации. ДПС. Розыск. Как ему дать розыск? Если штраф, игроку, драть игроку. Так, отнять. Поставить. Убрать. Посадить игрока в КПЗ. Список, затащить, надеть наручники, снять наручники, выдать госномера, установить радар. За это штраф. Как выдать звезды? Блин, вот это первый день сегодня, просто чуваки, реально туплю, извиняйте, конечно, но... я хз, блин, как что выдать? Я оплачу штраф. Блин. Сейчас бинд не полностью установил. У вас было покушение на убийство. Вот, чувак, сейчас его посадим. Так. Вот так вот, вообще четко. Штраф надо. Ну ладно, чё. Давайте штраф ему дадим. А как наручники? Ми снял наручники. Ункуф 108. Так, ММ. Команды. Ждите. Штраф. Никуда не уезжайте. Так, давайте. Команды сервера, организаций, ДПС и выписать штраф. Тискет. Ты куда, ёпта, делся? Так, тискет
Я не могу штрафы выдавать. Чё, бля? Стоять нахуй. Почему нарушаем? Нарушаем. Снимаешь. МГОВ. Что он нарушил? Вольте. Он нарушил ПДД и угрожал мне. Братан, не штрафуй. Владислав какой-то. Весь движ, конечно, здесь происходит. Так. Давайте я сяду. И мы поедем отсюда. Далеко и надолго. И что он делает? Пропустите мусоров. Вообще четко. Ну, может, я где-то не прав, но реально он мне просто угрожал, как бы. И он по всей дороге ездил. Вот так по кругу. Ну, по встречке катался просто. Как бы, и я решил его. И он мне угрожать начал, типа. У тебя проблемы, типа, у меня блат и так далее. При мне хотя бы третий ранг взять, чтобы я уже хоть... Я хочу сам просто ездить, как бы. Не всегда у меня будет напарник. Поэтому, блин, я хз. Да, бывают такие ублюдки. Найс. Угу. Ага. Вообще заебись, конечно, да. Полный заебок. На обочину. Подвезу. Давай, ёптана. Погнали. Поехали. Спробуй, меня выкинет. А, не, не выкинул. Даже не знаю, как эту серию назову, но, блин, но мне на самом деле прикольно быть ДПСником. Черный бумер. Черный бумер. Сейчас на красный проедет. Ох, молодец. А, не, не проехал. Что-то лагает, капец. Пинг сегодня прям какой-то жесткий. Жесткий. Конкретно причем. Так. А где мой ГТР? ГТР, где мой? Алло. Кто мой ГТР спиздил? Я вообще в ахуе. Кто спиздил мой ГТР? GPS. Да. Так, слушаю, в патруль хочешь? Да. Снимаешь? Да. Go. Окей. Окей. 181 с вами. А на чем ехать? А на чем ехать? А на чем ехать? Ой. Сорян, так. На машине. А, тю, ёпта, я туплю. Жестко, я думаю, где он? Так, мы тут чувака остановили. Так. Сейчас скриншотов похуярил. Так, снимаешь? Да. Ну тут дебилушка. Я говорю, надо его садить нахуй. Этого долбоеба. Этого подписчик. Молодец, красавчик. Уважуха прям. Охрененно. Выбредит. Выбредит. Ну. О. Нихера себе, какая малышка. Так, извините, я больше не буду нарушать правила. Понятное дело, да, 10 тысяч.
нечего. 10 не дам, могу 5 тысяч дать. Потому что я уже столько денег просрал. Вы бы только знали. Я, чтобы вступить в ДПС, потратил где-то 1070, чтобы сесть, потом выйти, потом приехать и так далее. Короче, передай привет. Привет Саше Оспанову. Как меня этот придурок бесит. Вот было оружие, я бы уже ему расстрелял. Что? Я бы реально ему уже настрелял. Привет передашь. Вилам Корлеоне, передаю тебе привет. Передал. Передал, так. Меня этот придурок бесит. Блять. Как этот джезл еще убрать? Передал квитанцию нарушителю. Блин, я уже... Надо повышение себе заработать. Так, спасибо. Не за что. Я тут только здоровую стою со всеми, конечно, да. Круто. Круто. Так, кто тут у нас едет? А ну, кто тут у нас? А ну. Кто тут у нас такой? Так, окей, ладно, едьте. Ага. Вы на красный, придется с нами в машину. Эти диски четкие на ней стоят, а? Четко смотрится, да? Волга вообще топчик. Волга реально топчик. Вот это хуета, конечно, пацана в руках. Ее никак не убрать, и реально это бесит. Вы приказа не слышите. Машину только купил. Ну, кстати, он номера получил буквально минут 5 назад. Это в натуре. У меня, кстати, броник есть. Какого хрена? Так, Хабиби. Хабиб какой-то. Хабибов. Хабиб. Заебись. Чё тут, блядь, светофора нету. Чё тут все стоят, нахуй? Богдан. Звание. Едь ты уже, блядь, дал на приоре. Так, за ним, нахуй. Погоня, ёпта. Погоня. Как там, блядь, мегафон кричать, нахуй? Команды сервера, организации, блядь. Надо команды выучить все, ёбаный свет. Как мегафон кричать? Шлагбаум, ударить, написать мегафон. Внимание. Водитель, Волги, прижмитесь к обочине. Во, заебись. К обочине. Так, стоять, сука. Стой. А вот дубинка уебать. Он офнулся, бля. Офнулся, блин. Погоня неплохая, кстати, была бы. Неплохая погоня. Так. Нарушаем, ёпта. Эх, мусора. Да, эх, мусора, охуенные люди. Шучу, конечно. Но я просто пошел ради вас сюда, как бы. В ДПС. Так, что-то он по встречке ездит. Голый ствол. Давайте конку. Чувак, ты вообще-то сейчас по встречке стоишь, во-первых. Поэтому, ладно. В принципе, его отпустили, так сказать. В принципе, на этом будем заканчивать, наверное. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании. Заходите на сервер и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.